Холодное лето повысило цены на овощи. Министерство сельского хозяйства в некоторых случаях зафиксировало рост стоимости более чем в 1,5 раза. По данным ведомства, цена килограмма капусты в июне увеличилась более чем на 70%, картофеля на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Производители объясняют колоссальное подорожание поздним урожаем из-за аномально холодного лета. В Минэкономразвитии заметили, рост цен уже оказал влияние на уровень инфляции в апреле-июне. Ведомства ждут, что ситуация выправится, когда на прилавке поступят овощи свежего урожая. Сейчас цены на свежие томаты оказались ниже, чем годом ранее, на 15%, и огурцы подешевели почти на 5%. Правда, в министерстве это связывают с повышением конкуренции на рынке овощей защищенного грунта, а также с тем, что в России активно развивается тепличное овощеводство.